В результате возгорания, которое случилось около часа дня, значительно была повреждена одна из квартир на втором этаже деревянного жилого дома, а квартира этажом ниже была залита водой. Со слов начальника отдела жилищных отношений в сфере управления домами Елены Гусевской, в администрацию уже обратились жители этих двух квартир о предоставлении временного жилья, и постановление об этом уже подписано. Вопрос по расселению людей в маневренное жилье, исполняющее обязанности главы, Александр Бурбах взял на личный контроль. Сегодня еще по итогам дня посмотрите, если есть какая-то информация, мне до вечера доложите, значит, как ситуация по размещению людей. И теперь, раз частная квартира, значит, мероприятия по восстановительным работам, какие планируются? Что будем делать? Или собственник сам все там делает? Собственник самостоятельно будет. Там уточняется еще причина пожара какая? Да, Алексей Алексеевич, давайте до вечера обследуйте, значит, приведите ИРЦ, пускай обследует и свои предложения по данному дому, чтобы у нас была информация, значит, как мы по нему поступаем.